Ребята, посмотрите, какое большое здание у меня за спиной. Как вы думаете, что это такое? Это похоже на старый завод. Хочется посмотреть. Ребят, что же делать? В прошлом видео я обещала не ходить по заброшкам. Но она такая классная. Ладно, давай так сделаем. Заходить не будем, просто погуляем рядышком. Хорошо? Отличная идея. Ребята, жмите лайк. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump puppy one. Стоп, 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 ребята, подождите. Все подписались на мой канал? Там внизу есть красная кнопка. Нажимайте на нее и подписывайтесь. И обязательно поддержите нас лайком. Oh, my plan is going perfectly. Ребята, вы только посмотрите на это. София, пошли быстро посмотрим. Ну ладно, пошли. Такое прикольное место. Ребята, посмотрите, какое все старое. Дыры в потолке, старые стены. Просто ужас. Что здесь могло быть, интересно? Это место. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Вау, вы только посмотрите на это. Is anybody looking? Hmm? Is anybody watching? Ребят, ну как вам здесь круто? Жмите лайк, если вам здесь нравится. Ты слышишь этот звук? Да, я слышу. Пойдем посмотрим, что это. Пойдем скорее. Софи, это там. Вот это да. Это что, мороженое? Да его сюда положил. Я не знаю, какая разница. Какое вкусное. Вкуснятина какая. Вот это круто, вышли погулять. Да. Oh, hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Мороженщик! Сережка, бежим! Вот что он хотел заманить? Наверное, ребята, вы как думаете? Сережка, посмотри, какая заброшка! Это да!
Да. Сережка, я так хочу туда зайти. Софи, ну мне страшно. Ну пошли, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, пошли, только осторожно. Что-то забыли ребятам сказать. То есть мы забыли сказать про подписку. Ребята, жмите внизу красную кнопку. Нам будет очень приятно. И обязательно поставьте этому видео лайк. Сережка, только осторожно. Ребята, вы только посмотрите на это. Заброшка. Ребят, посмотри, тут все разрушено. Ребят, смотрите, он крыша провалилась. Я думаю, это кто-то очень большой и очень страшный. Может, это сиреноголовый? Не, ну откуда в школе сиреноголовый? Даже если она старая и заброшенная. Пошли домой. Я не хочу. Я уверен, здесь живет сиреноголовый. Так давай его позовем. Сиреноголовый, сиреноголовый. Видишь, Сережка, его нету. София, домой, ты как хочешь. Не, Сережка, что там делать? Там скучно. Сирена? Неужели Сережка был прав? Это сиреноголовый, бежим! София же говорила, бежим.